Да, времени совсем немного осталось. Где же трюфель? Ага, опять он опаздывает, бабуин. Давай хотя бы телевизор, что ли, включим, посмотрим, что там идет, что там показывают по нему. Ладно, хорошо, врубай, что там по ящику показывают. Все, включаю. Вырубай, вырубай эту голубятину. Дурацкие оладушки твои, вырубай их. Ладно, 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 все, я выключаю. Так вот, что я хотел тебе рассказать, слушай. И... О! Трюфель, я там систему антисамбалы поставил, лучше какой... просто так открой дверь и войди. Ну ладно, хорошо. О, Трюфель, здорово! Привет, Дина, привет, привет. Здорово, здорово! Чё, как дела твои-то? Да, да, хорошо. Ты чё, разуйся давай! О, сколько у нас там времени осталось? Ну, в принципе, ещё есть время. А, понятно. Слушай, давай уже рассказывай, да, почему где, Ботаня где не пришел, что с ним нос? Произошло? Ну, значит так, Ботаня по глупости в речку кататься пошел, да под лед провалился. Сидит дома, оттаивает. А, понятно. Ну ладно, давайте уже тогда поздравления включим. Да, давайте уже поздравления включать. Сейчас начнется. Дорогие жители нашей всеобъятной куриной федерации. Этот год был непростым, мы много чего пережили, но кто знает, что нас ждет впереди. Поздравляю вас с новым 2022 годом. В будущем мы планируем расширить границы и повысить зарплаты на один chicken point. Ой, ну это хорошие новости, все. Ура! Уже пора отмечать. Хочу выдвинуть тост, чтобы жили все богато. И у всех росла зарплата. Хорошо. Что это такое-то, Шняга? Что? Фу, у тебя, кажется, нужно. Часы сломались. Пойду проверь. Может, и вправду часы сломались. Да, еще докупил на чурка-центрах каких-то. Арабов да нет, недоделанных покупаешь. Норме. Может, это и не в часах вообще? Давай новости врубай. Давайте новости что включим. Что там скажут про сейчас тоже там. И всем здравствуйте. Вы смотрите ночную программу новостей Курятника. И сегодня мы, конечно же, поздравляем вас с Новым годом. Но, к сожалению, у нас есть вот небольшие неприятности. Вот подробнее о них расскажет Автон Михайлович. Подключайте Автона. Алло, алло, меня слышно? Вот ты подключил меня, показывай меня, вот я... Я это вот... Здравствуйте, Автон, я Автон Михайлович, здравствуйте. Слышно меня? Да. Да, спасибо, вот. Расскажите, пожалуйста, о данной проблеме поподробнее. Хорошо. Скажите, что произошло. Хорошо, вот я решил взять интервью у данного жителя. Жителя города. Он объяснит на моем интервью, что, где, вот и как произошло. Здравствуйте, Евкакий Абрамович. Скажите, пожалуйста, что сегодня произошло? Я, короче, это, того приехал и потом, приехал экран, сюда, тут... Переведите тут оно, на большой экран. Оно вот спасибо. Само как-то все тут, вот того и потом это, короче... Да, это все, да. Ну, и что дальше? Ну, и вот вы взяли потом интервью у меня, вот, и вот сейчас я вам говорю вот того, короче. Спасибо вам за большие ответы, вот вы все нам объяснили, ну а дальше мы расскажем, как Абрамий Макакович, заяц, украсил свой красиво свой личный участок. Что за нечисть поганая, фигню всякую по телевизору показывают опять со своими зарплатами какими-то. Вообще, что делать-то будем, ребятки? Пусть уж мерзцы недоделанные. Как в прошлом году, чтобы нам идти всех-то спасать. Чё, как в прошлом году, что ли, опять что ли? Происходит? Нет. Ладно, что нам делать? Придется идти искать нам. Эх, ну что поделать? Идем. Ну ладно, пошли тогда. Пошли. Давай, двигай ногами быстрее. Идем искать. Новый год спасать надо всё-таки.
голуб, ты чё без шапки? Простудишься на морозе, тебе не холодно? Да нет, она у меня с подогревом. Ну ладно, как хочешь. Слушай, Зина, ты же вроде на машине сюда приехал. Ой, точно, Евпатий Коловрат, у меня же машина есть. Поехали, ща прокатимся. Ох, ну не наконец-то я купил свою елочку. Сейчас донесу ее до дома. Здесь дороги, что-то база. Поехали, ну, давай, неси, давай. Да неси, пришли, давай, неси. Ну, неси, давай. Да несу. Если вообще за что плачу, неси, давай. Чё ты ей несёшь? Да ну несу я, ну босс, ну не давай. Обижайте. Неси, давай. Ну я несу, пожалуйста, дайте прибавку. Ну. Тихо, там машина едет. Шухер. А чё они там делают? А, да всё, вот. Ну пошёл. Да несу я, босс. Несу! Ох, ну наконец-то мы приехали в мой родной город! Зина, что? Слушай, Зина, а что это за место? О, это очень старый город. Раньше здесь жили мои знакомые, все было хорошо. Пока не приехали иммигранты и квартиранты. Здесь было мирно и спокойно. Вот такая история. Вау, круто. А вот они. Где? О, тетя Зина. Не, мы ничего не знаем, Молчать! Вот если вы мне халымагу построите, я вам дам автограф. Хорошо, починим. Дайте автограф, дайте. Починим. Вот мы приехали. Все, высаживайте. Так, идем. Шеф-повар, выходи. Выходи, давай. Что вы здесь стучитесь? Отойдите от крыши. Вон сосунки, говорю, отойдите. Хорошо. А то опасно тут стоять. Понятно. Слушайте, вот зачем вы вот в этом году приехали? Интересно мне уже даже. Понимаешь, да время, у нас время остановилось во всем мире. А, да, вижу. Я то думаю, это у меня только одного часа сломались. Ну, раз такое дело, может, зайдете? Ну, я-то не против, вот не знаю, как друзья. Ой. Ну, я не против покушать. Ну, раз время остановилось, думаю, можно почаепичничать. О, вкусно поели, да. Ну ладно, спасибо, ну хорошо, приходите в следующем году, желаю найти причину этого бедствия. Все, давайте, садитесь. Давай. Всего хорошего тебе. Пока. Мажоров, ты знаешь, что случилось с Новым годом? Нет, не знаю. Я вообще не знаю, что... Не видел. Алло, Китик, скажи быстро, что с Новым годом? Ты знаешь, что случилось? Нет, не знаю, что случилось. Ну, вот же... Жаль. Это надоело уже по людям ездить. Поехали в Кутим лучше. Ну, поехали сразу туда тогда. Поехали. Оп. Эй, бабуины,
прочитайте. Мы охраняем офис, скотим. А вы кто такие? Я Зина. Да. Внучек мой Володя. Я Славки Трюфель. Ваши друзья, мы вам, видимо, забыли. Забыли, да. Вот, вот, держи. Вот, приглашение вам. А, ну вроде недалеко. Все, поехали дальше к этим Катимовцам. А, лошары! Слушай, слушай, ты вообще знаешь, что они такие? Первый раз вижу просто. Эй, что завис? Ох, ну вроде то место, приехали. Так, ну-ка, выходим. Пойдем, что делать нам остается? Думаю, тут Володя, у него сегодня корпоратив. Ага. Вон, там домофон, в него можно позвонить. Все, давайте в домофон звоните. Так. Это мы, открывай. О, Володя, это мы. Володя, Володя, открывай. Это мы, друзья твои. О, привет, друзья! О, Володя, как привет, дела? Внучек мой! Да, у меня сейчас будет выступление. Вы как раз вовремя. Вот тут можете разуться и пройти дальше. Чё, какое выступление? Ладно, но что за выступление? Ладно, да, ладно, всё, тогда. Я побежал, потом у меня сейчас ушли. Выступление. Ну вы заходите. О, привет, Пулум и Зина. Привет, ребят. Вкуснятина. О, всё. Так, раз-раз, работает... Привет, дорогие друзья! Уже скоро наступит Новый год. Хочу сразу поздравить с наступающим и хочу сказать вам печальную новость. Я ухожу из Катима. Да, вот так вот получилось, и я вообще... Ура! 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 Поздравляю! Ну все, Володя, отпраздновать. Да, поздравляю тебя с выходом. Всего тебе наилучшего, отец. Желаю тебе, чтобы Новый год ты отпраздновал очень хорошо. Наконец-то можно есть. Ура, хавчик! Ура, вкусняшки! Так, ну и что вы хотели? Остановилось, время остановилось. В смысле время остановилось? В смысле? Ну-ка. А, ну и вправо, в прямом смысле. Надо ребятам рассказать. А, понятно. Но я сейчас ребятам расскажу. Ребят, вообще... Вообще в курсе то, что у нас время как бы остановилось. Можете сами на часах посмотреть. А, привет. Что? В смысле? Нет, я не знал. Ну, вообще. Я там же и говорю. Нет, я только сейчас узнал. Я тоже только сейчас узнал об этом. Так 30 минут назад она уже остановилась. Вы что, все это время ели просто или что? Нет, мы тут заранее начали праздновать. Ну, ладно, тогда понятно. Все. Хм, очень странно. Давайте вы поищите причину этого, а мы все объясним народу. Хорошо, а ты, Володя, тогда пойдешь с нами. Хорошо, я не против, поехали. Пошлите. А, пока, друзья, празднуйте там, а я делом занят вообще. Ну давай, удачи. Ну, бывай. Все, пошлите. Ох, мы уже тут все объездили, всех мы даже... Как нам узнать, почему это произошло? Я вообще не знаю, либо новые всегда знают, что такие. Жалко. Может, ты, Володя, знаешь, что произошло? Блин, ну, у меня ноль предположений, я ничего не знаю. Ну ладно, давайте так, просто пойдем подумаем. Давайте. Давайте. Так, кто главный в Новом году? Дед Мороз главный. Дед Мороз. Дед Мороз. Так, а вдруг, если его кто-то похитил или... Или да, он не настоящий сейчас? Блин, реально. Нужно ездить к нему, где он там живет, в Великом Утюге или где-то там. Поехали. Ладно, гляди. Поехали уже, давайте по коням. Ох, ебать, Калаврат, а ты прав, поехали, все, давайте. Мне тоже шнели, все шнели. Это надоело. Эй, пс, Блэр, можешь начинать. Все понятно. Итак, жители нашей куриной страны, всем просьба не паниковать. Мы скоро решим, что произошло, и все поправим. А сейчас попрошу всех разойтись по своим домам. Ну ладно, хорошо. Ладно. Ну давай, давай. Вот это такая медленная, давай едь! Вот, наконец-то! Все,
Приехали мы в ваши эти утюги. Где Дед Мороз, где он? Надоели мне уже этот ваш Новый год, приелся. Мне тоже, если честно, ваш это все уже утюг Дед Мороз, кто он там вообще? Зина, вон эльфы. Это что за чекрыжик? Здравствуйте, а вы куда идете? Давайте вам подскажем, подождите, только вот не входите, пожалуйста, прямо сейчас. Слышь ты, дятел Чекрыжик недоделанный. Мандарины на завтрак не кушу, вот и слабый такой. Пошли давай уже к этому Деду Морозу. Бесит пошли. Он меня, Дед Морозы эти. Почему у Деда Мороза эльфы какие-то? Он же не Санта. А, кстати, да это вообще правда. По барабану. Ладно, выламывай, давай все. Попался Дед Мороз. Чё, кто ты? Всем на пол. Ой, подождите, а вы кто такие? Может, папа? Заткнись, чекрыжик. О-о-о, здравствуйте, друзья, зачем же вы сюда пришли? Давайте я вам помогу, если у вас есть какая-то проблема. Ты не настоящий чекрыжик недоделанный, мандарин. А ну, признавайся, куда Дед Мороз настоящего дел, фейк. Я настоящий, нет, не надо мне тут. Ой, давай, закажи, докажи. Пруф где? Или слиток бот? Ладно, сейчас я тебе докажу. Ой, вот, да смотри, ничего ты не можешь, фейк, фейк. Ты его доказал? Теперь говорите, что от меня нужно. Ну, раз такое дело, то базука мне новый подарить, чекрыжик новогодний, чтобы внучку Бравл Пас купил бесплатно, чтобы мандаринов много было, чтобы доллары и честь навсегда. Понял меня? Отстань, мне тут мандарины и доллары нужны. Мы не за этим пришли, бабушка. Доллары уничтожили. Так, все, хватит, уходите отсюда или говорите, зачем вы сюда ко мне пришли. Что вам от меня нужно? Так время, а какая время тебе разница? Доллары убери! Объясните нам, пожалуйста. А время-то что со временем? О, так сюда за этим пришли. Ну ладно, я скажу то, что это связано со Старым годом. Больше я вам ничего не скажу, потому что все позже плохали. Все, уходите отсюда, надоели. Чё, в смысле? Зина, ты что наделала? Из-за тебя, ты его обидела, теперь мы никогда не отпраздновать Новый год. Все рассказать, да из-за тебя мы ничего не узнали. Все, я ухожу отсюда, ты же все надоело. Да что ж такое? Из-за Зины теперь Новый год всегда останется таким, он никогда не наступит. Из-за меня теперь никогда не будет Нового года! Да что ж ты будешь делать? А что если... Ребята, я понял! Это Майк Фредди, он, скорее всего, украл Старый год, потому что он постоянно пакостит. То Бравл Старс у детей отжимает, то машины разбивает. Это он по-любому. Володя, точно. Мешок он его посадил, большой мешок покладина, сундук и закопано. Понимаете? Ой, да знаю, мультик смотрел. Этот чекрыжик, я ему крышку... Пошлите, давайте быстрее. В Жопосибирск обратно. Опять у меня... Уже быстрее, ласточка сейчас быстрее, сломается, бензин нынче дорогой, а пенсия у меня не резиновая. Ладно, поехали. Зина, зачем ты это сделал? Да пофиг, поехали. Мы уже один день уже где-то роемся. Меня они все задолбали, эти чекрыжики, мандарины недоделанные. Все, поехали. В атаку вперед, Зак. В атаку.
Босс, там, короче, это... Эти пришли старый год забирать. Отлично. Подготавливайте выступление. Вламываемся на счет три. Хорошо. Один, три, вламываемся! В атаку. А где все тут? Что так пусто? Где он, этот ваш злодей? Че здесь никого нету? Евпатика, лаврат, ты еще кто, чекрыжик? Зачем нашу выступление запорол? Мы хотели сделать эффектно, а ты запорол все. Ладно, мне уже скучно, получай. Что это? Вы хотели старый год, да? Ну вот, забирайте, я там зачем... Ой, спасибо тебе, хороший человек ты. Ну а мы пошли. Зина, тебе не кажется это странным чем-то? Зина, тут что-то не так. Да все отлично, пошли с этим старым годом праздновать дальше. Начать план по уничтожению конкурентов. Ё-моё, эти чекрыжики, готовься быстро, ты вот это, всё, начинаем. Получай тебе тоже, да, получай, на тебе. И тебе, да. На тебе, и тебе тоже, ты тоже. О, ещё один, на. Куда побежал, эй! Все, счастливо оставаться! Ты от меня не уйдешь, чекрыжик! Оно догоняет нас! Ну что, держитесь, я сейчас турбоускорители перделки подключу, получам! Ну все, внучок доигрался. Нет, пожалуйста, давай, как говорится в Америке. Нет, все, уже поздно, внучок. О, привет, я ничего не пропустил, если интересно. В России предателей не любят, особенно американцев. Привет, Зина. Молодец, Зина, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, без тебя мы бы не справились. Ой, да ладно, все, погнали уже домой, я хочу Новый год отпраздновать. Да, согласен, поехали уже домой. Поехали. Вот приехали, давайте высаживайтесь из моих колымай, я уже хочу праздновать. Приехали. Так, о, привет, Жура, привет, Дэн, короче, привет всем. Привет. 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 Ура, ну вот что, вы где. Мы нашли причину. Мы нашли старый год. Ну спасибо вам большое. Все, вытаскивай его, Зима. Так что с тобой произошло-то? Ну в общем, я... А, понятно, все, давай, испаряйся, я Новый год хочу праздновать. Ладно. Все, давай, давай. Ну? И что? Ну и что? Где?
Ладно, все, уже раз время пошло, можно праздновать. Ура! 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 Всех ура! Наконец-то! Хочу поздравить всех вас, дорогие друзья, с новым 2022 годом. Хочу пожелать вам от всего сердца счастья, здоровья, всего хорошего, побольше еды, оливье, чтобы чекрыжики не беспокоили. Ура, ура, ура! С Новым годом! С Новым ура! Годом! С Новым ура! Годом! С Новым годом! Ура! С Новым годом! 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 Thank you.